сегодня чистим диван. Насыпьте соль на диван, добавьте 150 мл воды, ложку соли, 2 ложки моющего средства для посуды обязательно и 2 ложки столового уксуса. Все размешиваем, добавляем ложку соды. Вот эти пузырьки дают очищающий эффект, это реакция. Дальше из пульверизатора опрыскиваем проблемные зоны, весь диван хорошенечко. И тряпкой начинаем чистить диван с небольшим усилием. Чистим, вот так вот, видите, сразу на глазах диван становится чище. Смотрите, сколько грязи. В идеале так чистить диван каждый день. Добавляйтесь в мой телеграм-канал, там каждый день полезный совет.